Стали известны новые подробности автокатастрофы с участием стражей порядка в республике Мариэл. В минувшие выходные в больнице скончался 4-й участник аварии, начальник криминальной милиции по Килимарскому району Алексей Анцупов. Трагедия произошла на трассе недалеко от города Йошкар-Ола. 5 оперативников направлялись на рабочее заседание, но не доехали буквально несколько километров. Их служебный автомобиль внезапно выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой газелью. 3 милиционеров погибли на месте происшествия. Еще 2, включая водителя, доставили в реанимацию. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель милицейского автомобиля майор Алексей Анцупов. Сейчас в причинах аварии продолжают разбираться сотрудники Следственного комитета.